Друзья, мы сегодня снова в магазине Светофор. Посмотрим новинки, которые привезли к нам в город Красноармейск Московской области. Первое, что я вижу, это вот набор таких красивых фужеров. Бокалы фужеры, вино под шампанское, 235 рублей 50 копеек, 6 штук. Вот так выглядят фужерчики. Почему-то они есть в синей упаковочке и есть в красной упаковке. Дальше бокалы. Красивые. Бокалы по 6 штук. Есть набор бокалов для коньяка. Тоже 6 штук. По 250 миллилитров. Такие красивые. Они стоят 239 рублей 50 копеек. Ну а я хочу вообще сегодня пройти по бытовой химии, посредством по уходу за домом, показать, что у нас есть в магазине. Средства для прочистки всех видов канализационных труб. Очень хорошие. Рекомендую. Густая формула. Растворяет волосы, остатки пищи, жиры, другие загрязнения. Здесь 750 грамм. Цена его 35 рублей. Средство для чистки санузлов. Можно чистить и унитаз, и раковину, и краны. Душ. Легко и быстро очищает. 700 миллилитров. 38 рублей. Продажи жидкое мыло «Фантазия» с дозатором 32 рубля. Представлено в трех видах. Это вот первое, это с малиной, груша, лемонграсс и мед и миндаль. Здесь 500 миллилитров, 32 рубля. Следующий у нас идет крем-мыло, тоже с дозатором. Здесь уже 1 литр, 61 рубль. Производство «Россия». Ежевичный коктейль. Шампунь Тематей натуральный, 400 миллилитров, 65-50, производство Россия. Чистота и свежесть виноградный. Крем для рук увлажняющий 38 рублей с маслом ши и авокадо. Шампунь для всей семьи 1 литр 28 рублей с крапивой. Производство Россия. Фирма «Синий цвет». Шампунь Олис Делюкс 500 миллилитров 44-40 в двух видах. Жужоба масло и макадамия. Рексона антиспирант аэрозольный 90 рублей 40 копеек. Для мужчин пена для бритья Архо 101 рубль. Гель для душа «Фантазия» 500 миллилитров. Бережно очищает, увлажняет. Земляника. И апельсин. Зубная паста германская «Локолют» 64 рубля 70 копеек. Здесь 60 грамм. Детское мыло «Ультракомфорт». 50 рублей 60 копеек стоит. Мыло туалетное 180 грамм. Есть банное и хвойное. Для детей я родился 37,80. Здесь 5 кусков по 75 грамм. Производство Россия. Нотик косметик производитель. Мыло Дуру по 44,60. Классическое мыло. 1,3 литра жидкое мыло «Семи цвет» 34 рубля. 180 штук 40 рублей 20 копеек стоит. И ватные палочки этой же фирмы 500 штук 42,30. Влажные салфетки универсальные с экстрактом алоэ вера для всей семьи. 29,90 стоит. Влажная туалетная бумага. 120 штук.
50 рублей 30 копеек. Гель для душа Камея Романтик 100 рублей. Здесь 400 миллилитров. Подгузники одноразовые для детей на 14 килограмм, 44 штуки, 325 рублей. Подгузники трусики 327 рублей, 40 штук здесь. Подгузники трусики другой фирмы 316 рублей. Имеется в продаже пеленки впитывающие одноразовые 30 штук, 316 рублей. Бумажные полотенца, 2 рулона по 34,2 метра, 59,50. Туалетная бумага двухслойная, 82 рубля. Здесь 8 рулонов. И туалетная бумага двухслойная, 12 рулонов, 64 рубля. Бумага неплохая, только единственное, что она серого цвета. Туалетная бумага трехслойная, 8 рулонов, 106 рублей. И еще туалетная бумага Релакс 96,50, тоже трехслойная, 8 рулонов. Туалетная бумага 28 метров, 8 рулонов. Цена такой бумаги 71,70. Шуруповерты сетевые 1015 рублей 60 копеек. Фирма Союз, Инновации России. Вообще их всех хвалят. Производство Китай. Посмотрим поближе. Значит, работает от сети, напряжение сети 220 вольт. Число оборотов на холостом ходу от 0 до 750. Максимальный диаметр сверления древесина 20 мм. Металл 10 мм. Сетевой шуруповерт. И еще новинка у нас. Очиститель салона пенный. 111 рублей. Производство Россия. На пенный. Встряхнуть баллон. Распылить пену на загрязнение, дать просохнуть где-то минута 2-3 и протереть все губкой. И желательно это делать при температуре плюс 14 градусов. Срок вот этого очистительного салона 3 года, 36 месяцев. Так что можно сейчас брать, весной заняться чисткой салонов автомобилей. Для братьев наших меньших есть кормовые консервы для кошек. Мясное ассорти с курицей. Здесь 850 грамм. 52 рубля 50 копеек стоит такая баночка. И ваш питомец будет сыт. Дальше. Корм для кошек сухой есть. С говядиной. 123 рубля. Здесь почти 2 килограмма. Такая милая кошечка нарисована. Корм для собак сухой Happy Lunch со вкусом говядины. Тут 15 килограмм. Стоимость 658 рублей. Вот, собачку накормить. Так. И вот такой же корм для собачек. Консервы. Говядина и сердце. 52,50. Лайк гурман. Здесь 850 грамм. Выходим дальше. Наполнитель для кошачьих туалетов силикогелевый, 1,7 килограмм, 208 рублей. Так, а это наполнитель комкующийся Кошкин секрет, 5 литров, 49,10 всего лишь. Детский стиральный порошок 140 рублей, производство Россия. 3,6 килограмма здесь находится. Стиральный порошок Миф 5 с лишним килограмм, 243 рубля для автомат-машин для цветного белья. Стиральный порошок Вьюга
9 килограмм 294 рубля. Новый порошок. Какой-то привезли порошок стиральный Эхо. 140 рублей 50 копеек. Здесь 6 килограмм на 45 стирок. А для какого он белья? А это для ручной стирки. Для ручной стирки и для уборки. Кондиционер для белья Ленор. Скандинавская весна. 187 рублей. Здесь 4 литра. Еще кондиционер для белья Афи. 3 литра 65 рублей. Утренний бриз. Кондиционер Афи для белья. Весенние цветы. Есть в продаже капсул для стирки. 63 штуки. Стоимость 524,40. Гель для стирки Сорти Колор. 232 рубля 80 копеек. Сухое чистящее средство Сорти Лимон. 19,20. Тут 400 грамм. Для мытья посуды средство АОС. Здесь килограмм. 70 рублей 80 копеек. Средство для мытья посуды Капля. Яблоко. Тут тоже литр. 54 рубля. Новая формула. Два раза эффективнее. Содоэффект. Запах яблока. От фирмы Семицвет. Средство для мытья посуды с запахом лимона. 1,3 литра. 30 рублей. Стоит такая бутылочка. Умеренной пенности с хорошим обезжиривающим действием. Отлично растворяется в горячей и холодной воде. Подходит как для мытья посуды, так и для мойки кухонного оборудования. Чистящие средства антижир для кухни 45-50. Экономично, эффективно, быстро устраняет жир, нагар, копоть, другие загрязнения с поверхности электрогазовых, керамических плит, духовок, грилей, сковородок, любой посуды, казанов, решеток для барбекю, микроволновых печей. Стоимость 45,50. Чистящий крем Блистар 1 литр 68 рублей. Производство России. Легко и быстро удаляет трудновыводимые загрязнения для всех видов твердых поверхностей и стеклокерамики. С запахом лимона и не оставляет царапин. Мыло хозяйственное жидкое фирмы Семицвет. Здесь 1 литр. Цена 31 рубль. Друзья, ну это, наверное, все на сегодня. Показала вам новиночки. Пишите комментарии, жду от вас лайки. Всем добра и удачи!